Приветствую подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодня у нас на обзоре будет спутниковый тюнер, спутниковый ресивер Box 500. Данный ресивер мне подарил Володя. Из-за неактуальности и из-за ненадобности сейчас. Что он представлял собой? Это уникальное устройство было, при помощи которого можно было через интернет просматривать спутниковые передачи НТВ+, в бесплатном режиме. Как это делалось? Вход из интернета подсоединялся к компьютеру, вернее в интернет, здесь подсоединялся у нас компьютер, программировался, и при помощи нехитрых программ, которые были в интернете, люди пользовались и смотрели НТВ+ бесплатно. Ну, как бесплатно? Там буквально копейки платили по сравнению с тем, что представлял НТВ+. Ну, вот мы здесь видим разъемы, ВЧ-разъемы. Это у нас антенна, ТВ, лоб. Это у нас вход на конвертер идут. Это у нас уже НЧ выходы здесь. Два SCART-а. Ну, система старая. Здесь кнопка включения. А здесь мы видим для карточки. То есть он мог работать и в отдельном, то есть в режиме как обычный, нормальный ресивер, без взломов. И давайте сейчас мы его включим. Просто посмотрим, что у него на дисплее. Вот указывает то, что есть включение. Сейчас будет поиск каналов, поиск. Ну, так как у нас он не подключен к конвертеру внешнему, естественно, у нас ничего этого не будет. Вот у нас он включился и ушел в дежурный режим. Таймер, это время у нас. Время установлено, так как он уже долгое время не работал. Вот мы его включаем непосредственно. И сейчас высветится номер канала. Так как сейчас модно смотреть цифровые каналы, вот показывает 232 канал. Здесь вот выбирается номер канала. Это у нас громкость, меньше, больше. Это меню, это запоминание выбранного нами значения через меню. Вот эта кнопка ОК. Но это все уже отображается на дисплее телевизора, то есть на дисплее. Вот такой это аппарат. До недавнего времени он был очень модный, популярный. Но так как сейчас уже цифровое телевидение, все перешло в цифры, естественно, спутниковые тоже, этот блок уже потерял свою актуальность, и он уже просто как в качестве музея выступает. Володя приобрел себе Box 200, уже более новая модель, так что это у него, просто уже ему это не нужно. Вот такой маленький обзор по данной аппаратуре. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем удачи!